Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Артём. Сегодня поиграем мы в такую игру, как называется, как похоже на Лего, это Брикс Рикс. Зовем Брик Рикс. Вы, надеюсь, вы поддержите меня лайком, подпишитесь на канал, потому что я сегодня вывернул ногу. Да, вы скажете, как ты вывернул? Просто! Я вывернул. Надеюсь, что вы меня поддержите, ребята, лайком. Поддержите это. Много людей смотрят меня, но не подписывают. Ну-ка, быстро подписывайтесь, а то я выпущу на вас своего кота, и он заберет все ваши конфеты. Блин. Дай камера падать. Плей. Мы сыграем... я не помню, какой надо. Вот, кажется, в этой... Я ненавижу этого, я люблю вот это, знаете почему, я вам хочу показать читерское место, ну, наверное, вы уже видели один раз читерское место, но я вам тоже покажу, вот, вот он, это читерское место, у меня последняя, ребят, версия, если что. Так, инхелп, но мы не будем хелпить, так. А то вы смотрите, ребят, не ставьте лайки, и много людей, кто меня смотрит, на одном видео куча людей смотрела меня, но не подписывалась и не ставила лайка. Ну-ка быстрее делать, а то заберу конфеты у вас все. Так, ладно, продолжим. Убивает этих зомбаков. На. Белоглазых. Видите, кто читерское место тут. Сел и вот. Стреливай их. На, в бошку. Так, это сколько стоит? 1000. Я хочу там автомат, либо себе... Ну, снайперку мне себе не хочется, не очень хочется. Всего лишь плюс 100. Ой, эмочка. Отлично. Ты меня, помню, я играл, я тут всегда этот... Как там называется? Падало это. Я забыл, как называется. Снайперка, вот. Ну, либо базука. Мне там всегда базука первая, потом уже эмочка, потом уже снайперка. Но я люблю больше вот... Пистолет мне нравится и вот, вот так тебе звук. Поддержите лайком. Буду, значит, еще играть в эту игру. Поддержите меня лайком, ставите, будьте лайки. И подписывайтесь, это у меня куча людей из мод, но не подписывается. Да нафиг, пошел ты! Ну и что смотрите на меня? Во! На тебе! Все, а нет, не все, хочу сказать. Все, нет, один зомбак. Вы, наверное, видите, сколько на камере сделал монтаж, что вы будете видеть, сколько у вас, ну, зомбак... Ладно, шучу. Я вижу, сколько зомбаков, но я сделаю тебе хардкор, типа, я не вижу. Я не буду, то смотря, вы смотрите. Как сказал зомби, будете писать. Если комментарии не отключат мне... То пишите в комментариях. Да зачем мне хелп? Мне хелп нафиг не нужен. Да. Ну хоть. Здорово, что смотрите? Зомбаки. Зомбака. Пух, золотой пестик. Все, я как будто такой. Типа охранник, типа такой. Типа я пистолет, типа этот, полицейский, его. Поддержите меня, ребят, я вот выверну свою ногу. Кстати, лайки там. Там. Мой лайк это будет. Мое лечение моей ноги. Если вы не хотите заразиться коронавирусом, просто подпишитесь на канал, ставьте лайки. А если вы хотите заразиться, заражайтесь на здоровье. Кто не подпишется, тот и заряжется, а я не заряжусь. Потому что я и так подписана. И лайк я тоже ставлю. На всех видео в своих друзьях. Ну не всех, я много на кого подписан, но некоторые не знают, как канал называют, так бы я посмотрел. Они же мне комментарии просто не пишут. Вы, наверное, смотрели вчерашний... Помните, я вчера вам... Вы посмотрите мой канал друзей моих. Вы, наверное, подписались на них там. Лайкосик поставили, ну. И это. Пишите на них и на меня. Прошу вас.
Если вы подпишите, поставьте лайк, это будет выздоровление моей ноги. Надеюсь, что вылетится побыстрее, я ее вывернул. Ну, у меня есть дома, у меня есть на даче батут. Я прыгаю, делаю челлендж, хотел заснять. Только пошел за камерой, прыгнул, ну, последок. И я вывернул ногу. Подпишитесь, поставьте лайк. Это же так больно было. Вы не знаете, как я орал. Когда я первый раз ударился. Я так кричал, потому что очень больно. Вот нога болит, больно ходить. Вы мне там подпишитесь, там, на 8, оцените мое видео. Ладно, погнали дальше. О, нет. Нет! Сейчас ветер. Слышите, сразу ветер поднялся. Стал сильный дождь, потому что идут супер-зомби! Лучше сжигать вот сразу вот этот. Они вот начали идти, вот сразу начинают палить. Они плохо, они погорят чуть-чуть и все. А, он уже тут. Они бронебойные. Они вот такие, блин, бронебойные. Скотина. Скотина, сдохни. Все, скотина сдохла. Но у этого оружия большая дача. Видите, какая дача. И это бесит, это... Да умри ты уже, наконец! Видите, сколько я в него садил? Он жив был. Еще один, да ешки! Видишь, последний. Да умри ты, наконец-то! Ух. Скоро смогу уже купить себе очень много. Да наконец-то огненная пушка. Опа. Разряжаемся. С 500 рублей так мало. У меня сколько хоть? О, у меня много еще. Сейчас пойдут обычные зомби-то легко. Они друг другом. Я хочу только, когда их хранить сюда поднимать. Ну, уже сколько сам. Ну, сколько я захочу. Либо будет сколько-то видео, может быть, длинное. Я потом их взорву в конце. Ну, они, наверное, там не взорвутся, они. Не взрывается, но... Ну ладно, не будем их взрывать, потому что я много раз уже пробовал там без съемки, она вообще не взрывает. Она не взрывается! Не, она взрывается, но она не убивает зомби, это пофиксили. Вон еще одна бочка, две. Да две. Тоже можно взорвать так. Блин. Ладно. Здорово, зомбак. Здорово, пацан. Ты сгоришь, надеюсь. Я проще их убить хочу. Я просто экономлю патроны, потому что зачем их экономить, если зомби-апокалипсис. Если зомби-апокалипсис, ребята, выживаете, просто всаживайте сколько можете. Пофиг, что будет. Зомби-апокалипсис никогда, ребят, не берите гранат. Они очень шумные. Рацию обязательно найдите, если какой-нибудь там антенну там. Радио, болтать даже с выжившими другими, вдруг они выживут. Аж телефоны у вас уже не будут, надо брать еще будет карту. И пистолеты лучше брать вот с глушей. Знаете, почему сюда зомби приходят? Потому что я шумлю. Они хоть и бесконечны, их можно всех убить. Но если это в реальной жизни было, то все, я бы не выжил. Потому что их бы бесконечно сюда бы шло, но нужно было найти бы глушители. Глушителям зомби хуже слышат. Давайте доживем, да. Не знаю. Ну, до 20, не знаю, какой. Ну, сейчас. Ну, давайте до 23 волны доживем. Или до 20 хоть. И, ну, я закончу, наверное, это видео. А может, давайте там до 15. Чтобы видео такое долго не было. Если вам понравится видео, то я буду еще снимать такую игру. Так, чуть еще подальше. Если меня выдержит мой... Если мне карта памяти не подведет. Надеюсь. Да ты сдохнешь!
жена. Вот просто вот из нубики какие-то идут, блин, и сжигаются, и горят, и... Молодцы, молодцы, так держать. Лёш, я ничего не вижу, там кто-то есть жив. А, ты жив. Ой, себе крышу, кажется, пожёг, да? На. Берем патроны. Да. Ну, до 20 даже, наверное, может быть, не сможем. Давайте до 10, до 11 доживем. И там вам, если понравится, то может быть 10, не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, давайте до 10 нормально будет. И так мы тут долго. Да на тебе. Углеков, давайте по одному так попадать еще. Да, они двигаются по движущим целям, очень тяжело попасть. Нет, это возможно, тяжело. Сквозь забор, блин, они бывают не простреляют. Нет, иногда простреляют, иногда нет. Тебе повезет. Как ты не сдох? О, тихо. Я повторяю, подписывайтесь, ставьте лайки. Ходить накачивать такую игру. Ссылку в описании не буду, ну просто называется Brick Ricks. Накачайте ее. Ну, остановите на паузу или субтитры включите, и там я скажу Brick Ricks. Brick Ricks. Все, надеюсь, что вы поняли. Надеюсь, что вы поняли, вы не тупые. А то скажете, Артём, как называется эта игра? Вот именно, не как она не называется. А прикинь, сейчас, ребят, я бы упал. Я бы помер. Зарядка. Еще раз. Еще раз. Девятая волна до десятой, давайте, ладно. Это видео уже идут 10-12 минут, наверное. Сейчас посмотрим, часы 12. Уже 12 минут идет. Да, ну 12, почти что. Ну 12 там с чем-то. Будет 13. Долго идет чуть-чуть, ну нормально. Да умри ты. Там один, кажется, не горит, я не знаю. Блин, зачем я перезарядился? Что за надо? Чуть перезаряжаться, чтобы патроны остались. Это... О, боже, это патрончик. Ой, извините, ребята. Сейчас, ребята, я приду. Таблетку пошел, тут что-то я чихаю второй. Ну нет, я не заболел, коронавирус, у меня аллергия. На пушка, может быть, нет, может быть, на этот. На пух. Ну, знаете, такие шерстяные эти подушки с пуха там дело есть. Это не на него, аллергия сильная, мне доктор говорил. На аллергию это не коронавирус, не бойтесь. Я, наверное, назову это видео коронавирус. Жизнь похоже, типа коронавирус, типа, иди сюда, мы тебя заразим. Но я сдалека к нему. Да, так, опа, еще раз. А пока будет идти, я его, он как раз гореть может. Ну, поджечь. Он как раз будет идти пока что, и будет умирать. Сдохнет. Да! Ты издеваешься? Наверное, на 10 волне, наверное, будет 10, наверное, 10 зомби, я не помню. Откуда ты?
одного даже не убил, а он уже тут. Откуда постолько? Так улучшений больше нет. Я там, например, я умер, и он еще не попал, чтобы еще больше. Кстати, лучше по одному открыть огонь, и он умрет. Да, это логично, но... А то я других поджарю чуть-чуть. Они же и так горят. Они же такие тупые. О! О! Они летать научились. Да, я из них вытащил. Птичек. Птенчик. Надо теперь зрение смотреть. У вас зомбака осталось. И последняя минута такая веселая мета. Будем скоро прощаться. Подписывайтесь на меня. Ну, наконец-то они кончились. Подписывайтесь, ставьте лайки на такой хороший. Ноте давайте увидим. Ой, блин. Всем пока-пока.